В Магнитогорске продолжается противогриппозная прививочная кампания. За счет средств федерального бюджета в город поступила вакцина «Гриппол плюс», содержащая антигены наиболее распространенных вирусов гриппа. Первыми были привиты воспитанники детских садов и учащиеся школ. На этой неделе в связи с поступлением в город новой партии вакцины дошла очередь и до взрослых. Только по официальной статистике в прошлом году острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в городе переболело более сотни тысяч человек. Заболеваемость превысила порог в несколько раз. В связи с этим в течение этой прививочной кампании в Магнитогорск должно поступить 112 тысяч вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс», содержащих антигены самых распространенных штаммов вируса. Бесплатно, по графику, прививают детей, школьников и детсадовцев, а также взрослых из групп риска, работников образования, здравоохранения, людей с хроническими заболеваниями легких и эндокринной системы. Впрочем, защитить себя от болезни может любой. Вакцина продается во всех аптеках. Единственное условие – у человека не должно быть аллергии на куриный белок и первых признаков простуды. Уже через 2-3 недели после прививки вырабатывается иммунитет на 6, 8, а то и 12 месяцев. Все зависит от организма. Это уже не первый год мы прививаем этой вакциной. Неплохо она себя зарекомендовала. По крайней мере, ни одного случая осложнения после применения данных вакцин у нас не было.